39-я часть, друзья. Давайте сегодня, в сегодняшней нашей одиночной миссии, сделаем много големов и ими сокрушим базу неприятеля. Так, следующая карта. Риверстоп. Так называется. Нам нужно играть людьми, если мы хотим сделать големов. Ну и они пусть будут дейлами. Поехали. What can I do for you? Just give me the job. 150 тысяч здесь, хорошо. Еще должно быть неподалеку второе железо. Правда, там Расселанд потребуется на оборону, потому что будут туда они высылать свои орды орков. Ну а пока вот всякий раз, когда мы начинаем миссию, вот, зарождается все, начинает формироваться экономика, первые здания появляются, и все под эту классную музыку. Очень есть в этом нечто сакральное, душевное и неповторимое в Куфе. Ты как бы предвкушаешь, как все разовьется, какая будет база, и все это классно. Так, давай-ка ферму. What can I do for you? Just give me the job. What is your wish? What can I do for you? Just give me the job. What can I do? Can I do for you? I'll take care of it now. What can I do for you? Just give me the job. What can I do for you? Just give me the job. What is your wish? What can I do for you? I'll take care of it now. Так, развитие полным ходом. What can what I do is your for wish? I'll take care of it now. What is your wish? I'll take care of it now. Казарма строится. Нормальный ход событий. What can I do for you? I'll take care of it now. What is your wish? What can I do for you? What can I do for if I I'll take care of it now. Pickaxe. What can what I do can for I do for I'll take care of it now. More gold if I required. Only just give pickaxe. Me the job. What can I do for you? What can I do for you? What can I'll I do take for care you? Of it now. Отлично. What can what I just wish? Give me the job. Just give me the job. Just give me the job. Just give me the job. Тут хорошо. Вот здесь башни строить, они будут вот так проходить. Этот респаун лучше, чем вот этот в этом плане. На этой карте. Но это все детали. Ножками как подрыгают. Им очень нравится так. Надо тебе найти второе железо. Just give me the job. А вот оно. I'll take care of it now. О, ребятки. Protect the villagers.
may I serve you? Our army is under attack. If I take care of it now, had a pickaxe. Protect the villagers. How may I serve you? Так, еще рабочего. Еще лучниц. А тебе, наверное, пока что сюда. Будем полагаться на лучниц, что они тут все отобьют. I'm here, I obey. What can I do for you? How may I serve you? What is your wish? I'll take care of it now. Just give me the job. Так, идет работа. How may I serve you? I am here. Sure. What can I do for you? Yes, my child. More gold. I'd like to serve. It was сразу сюда. If I take care of it now, a pickaxe. Here I come. Fine. I'll split their skulls. Так, они зашли сюда. Зашли сюда. What can I do? I'll take care of it now. Могу стоять. What is your wish? Так, рабочий лечит. Отлично. What can I do? Могу стоять. We are under attack. Yes, my child. It was foretold. Все получается. What can I do for you? If just I give only me the job. Had a pickaxe. All right. Yes, my child. It was foretold. Protect the villagers. Taste my steel. Fine. Давайте сходим Растилантом. I'm here. I obey. I await you. What is your wish? Protect the villagers. В гости. Fine. Their skulls. Taste my steel. How may I serve you? Огры, да? Ну, мы немножко тут покачаемся тогда с вами. We are under attack. All right. Огры, это how для вас I serve you? Дорого. What is your wish? How may I serve you? All right. Улучшают их. Может, успеем не позволить это сделать. Ого, 4 аж. Аж 4. Если бы не наш берсерк, то непонятно, что... А рабочий так обиделся, что мы не дали ему ремонтировать, что начал нас бить. Не успеваю улучшить, какой у них болотный цвет интересный. Так, а теперь время выметаться отсюда. Выметаться. Расселан. What can I do for you? What is your wish? We are under attack. Here I come. Нет.
Нет! Я, конечно, сейчас просто поступил как дно, оставив его, но вроде я. Так вот все сложилось. Да, да. За Силанта будет плохо. Надо скорее делать запланированное, строить ведьм. Хорошо, что тут какое-то время подобывали дополнительное железо. If I only had a pickaxe. Yes, my child. I'd like to serve. How may I serve you? I obey. What is your wish? Yes, my child. Reveal your will. How may I serve you? Sure. Так, заполнены башни, окей. Давай, давай. Тебя сделать еще на оборону. What can I do? Так, отлично. If I only had a pickaxe. We can't build there. Я думаю, что следующая атака будет сюда. Но все равно они за это время целых 7000 вытаскали почти. Это нормально. What is your wish? Все, Селен есть. От этого спокойней. Обороне еще и 10 уровня. Very well. Illana, guide me. What is your wish? И строим ведьм. What can I do for you? I'll take care of it now. Ready. Так, хорошо, уселся. Так, и садитесь дальше. Ведьмы сейчас по 2500. Ух. Дорого-дорого. Но они там прям толпу огров делают. Все, не нападают, хотят основательно ворваться. Мы тем более им там немножко... Все... подрезали. Хотя нет. Делайте сначала вы, чтобы у вас мана повосполнялась. Пока вы стоите. Да, с голдой трудности. Я еще хочу часть ведьм посадить в башне. Голды нужно немерено. Разведчиком. What is your wish? I guard it. I'll take care of it now. What will it be? What is your wish? If I only had a pickaxe. Ready.
дверной заслон. I'm listening. My aim shall be true. Elana, guide me. I, guardian. Elana, guide me. What will it be? So be it. What can I do? О, пошла атака. Смотрите, как она сейчас захлебнется в нашей обороне. Ведьмы мало того, что хорошо дамажат, они еще и замедляют. Ну просто разнесли, всего лишь пару ударов успели сделать. Целую армию потерял. Это я понимаю, сейчас еще парочку мушкарей. Пацаны, если их не убивают, и они еще и прокачиваются. Ой, хорошие на защите. Так, тут еще куда-то один раз я видел эльфийка кинула, да, вот сюда. If I only had a pickaxe. Like a I'm going. Be right there. Be right there. Guardian of the Hard. Be right there. On my way. Trust me. Hi. In the wind. Ready. What can I do? Так, есть. О, да ладно. Но ты не обнаглел? On my way. Похоже, что обнаглел. It feels good up here. Be right there. Сколько у нас еще тут? 60. А, ну нормально. Но вопрос в том, что. Very well. Trust me. If I only had a pickaxe. В том, что, друзья, we are under attack. Ой. I'm going. Our army is under attack. Не надо убивать. I'm going. Потому что нам добывать-то где-то надо. Они все, похоже, забрали по ресурсам. У нас только этот резерв. What is your wish? Хотя, может, и хватит. Там засел. Очень-очень хорошо засел, поэтому сюда. Вообще невидимка. Пусть они видят алтарь коней, когда заходят. Это их не испугает, конечно, но пусть видят. Все, я делаю ведьм теперь для создания армии големов. Можно построить два здания, но опять же, деньги у нас только из одного источника прибавляются, так что... Особо мы не настроимся из двух. Just give me the job. I'll take care of it now. Ready. Второе можно здание построить для улучшения. Ведьм, чтобы они тут беспрерывно строились. А там улучшались, да? Пора бы уже построить кузницу к концу игры. Так, по этому мосту они по обыкновению ходят ко мне в гости. Но здесь ничего, здесь только железо вот есть. Нет, вроде ничего. И его почему-то они не захотели осваивать. Вот уже идет осваивать третий рудник. Не жирно ли?
I'm going. Ну, хоть на 4000 опустим, если разрушим крепость. What can I do for you? Faster than the wind. Отлично. Это нормальный ущерб. Финансовый. Так, ну да, они решили занять полностью все ресурсы на карте. А может и позволим им это сделать? Сколько у нас? 40 тысяч, да? Этого должно хватить нам на формирование нашей полной армии ведьм. Которые просто потом поднимут землю против них. What can I do for you? Что-то тесно как-то. Да, ведь мана восполняется, поэтому лучше вначале их сразу наделать, чтобы у них все восполнилось. Trust me. If I only had a pickaxe. I am a guardian of the heart. Так. We are under attack. Our army is under attack. I'm going. Да, добрались они до этой базы, но пусть ее, собственно, уничтожают. Хотя чуть-чуть, может, я их отвлеку. Ой, там, we are under attack. Там с уроном башня нас поймала. Ну прощай, Stormrider. Мы будем помнить все твои деяния, как ты на 4000 опустила. Хотя, может быть, вот эта девочка сейчас тут. Ну-ка, давай посмотрим. What is your wish? Just give me the job. We are under attack. Understood. Elana guide. Остальных не достаешь? Вообще никак. Elana guide. Very well. Ну, пусть пройдет, вряд ли успеет. О-о-о-о! Да ты садись, слушай. Our army is under attack. We are under attack. Где она идет? Вообще, она где-то потерялась. А, она запарилась. Молодец. Это уровень героя. Чуть они не стали даже трогать рабочих. Типа, лич их должен был сжечь. Кто выжил, тому повезло. Вообще не стоит, честно говоря. Да. Вот и он меня опустил на 3500. Точно, точно так же, как я его. Ай-яй-яй. Обидно. Сколько вас? Еще надо столько же. Где ж набрать на все это денег? Кончаются. Стремительно кончаются. If I only had a pickaxe, I'll take care of it now. Just give me the job. Just give me the job. I'm listening. Elana, guide me. Может пойти их согреть? My aim shall be true. Наверное, так и сделаем. Пока тут идет подготовка. Сколько? 17 тысяч. Да, это мало. Это буквально на 6 ведьм.
Understood. Right away. Very well. Elana, guide me. Не дай им догнать себя. My aim shall be true. I am a guardian of the heart. Elana, guide me. Our army is under attack. Understood. Раз по башке навернули, но мы отступаем. Our army is under attack. Ай! Это было не то, что сейчас. Паскудство. Ну, за такое я уже не буду иметь пощады. Всю мою оборону моих гениальных пушкарей. Единое дети вонючих личий. Разберись с ними. My aim shall be true. Very well. Elana, guide me. Of course, my dear. Так, и у нас, да, золото на исходе. Вот он один хотел еще нагадить, но тут не успел. We are under attack. I'm listening. My aim shall be true. My aim shall be true. Если личи у них завелись, то это гадить будут постоянно. Very well. Very well. Действовать на Elana, контр меры принимать, в общем. I am a guardian of the heart. Understood. Elana, guide me. Elana, guide me. Да, надо поломать, а то виверны. Конечно, големов раздерут, они ничего не сделают. We are under attack. I'm listening. Very well. Уже демоны пошли. Very well. Они пока что только начали их делать. We are under attack. Так, все, да? We are under attack. Все, эти деньги надо, если что, оставить. Не видели, друзья. Ну что ж, вот что мы имеем. Еще одна будет. Можно еще отсюда вывести, конечно. Одну, наверное, выведу. Сейчас мы. Проведем эту операцию. Sure. Ready. What is your wish? I'll take care of it now. Ready. Trust me. Так. Bye. О, нет. Very well. Только не по ведьмам. More mana required. We are under attack. Very well. Исполняться вам so надо. Bit. Но пока кто есть, идет. Смотрите, как они навалились. Идем, ребята. Надо им эту базу сносить. И они пошли. Смотрите, какая вереница. Ой, хорошо. Но это еще мало вообще. Я хотел сразу всеми по 5 раз вызвать. Это так круто было бы. Но мы сейчас, наверное, сюда придем в рудник. Попробуем начать таскать. Когда все... What will it be? Ох, какие дядьки зашли. Of course, my dear. Серьезные. Так, базу смели. Все остальное тоже сметут. Сильные, ой, очень сильно. Our army is under attack. Что ты там застряла? Our army is under attack. Хорошо. Да не, ребят, вы давайте. Я вас вот так вот возьму сейчас. И прямо вот сюда. Our army и идите там. Attack. Крошите, как сколько сил хватит. Смотрите, големы здесь
столкнулись с их основной армией. Вот это класс. Но как они сейчас эльфиек подавят, просто поуничтожают. За это время ведьмочки восполняются. И готовы уже следующие армии големов делать. Вот надо сравнить, что круче, превратить кучу вампиров в летучих мышей или все-таки вызвать големов. Если учитывая, что 16 ведьм на всю ману 150 стоит, а у них 700 маны. То есть 4 раза, может даже с небольшой задержкой 5. 4 раза по 16 големов. Это тоже очень круто, конечно. Переправа по мосту. Смотрите, мост выдержит, они тяжелые. If I only had a pickaxe. If I only had a pickaxe. Так, а ну разошлись. What can I do? Give me the job. I'll take care of it now. Настолько пацаны идут на базу уверенно. О, летающих делаете, да? Или уже не делаете? Что тут рабочие как-то так встали, задумавшись? Что такое? What will it be? Давайте еще. Our army is under attack. Our army is under attack. Хотя, похоже, и этого хватит. Они не стали добывать золото. И все. We are under attack. What is your wish? Сейчас попробую вот сюда вызвать. Вот это будет смешно, если получится. Смотрите, как. Какой подарок. Вот так. Да, получится. Вот, хорошо. И еще подарочек. И еще. И еще. О-хо-хо-хо-хо-хо! Много. Ой, ребята. Как классно, а? Вот это неожиданно, да? Так, ну и рудника нам все-таки хватило. Здесь они не стали строить, а точнее они строили, но мы им... не позволили это сделать с помощью нашего Стормрайдера. Может быть, если не он, мы бы уже и умерли. Поэтому да, мы этого Стормрайдера запомнили. Но остается еще завод спор гражданско-правовых. Сейчас мы его ведьмами уработаем. Ну, у нас пошла добыча золота. Это хорошо. Такая вот карта, два моста. Можно, в принципе, выстраивать оборону на мосту, но проще все-таки один проход дефить. Как вот мы... основной. Просто если мосты перекрывать сразу, то можно, нужно идти строить второй рудник. И таким макаром. Но это больше всего. О! Занимаются. Красиво. Совсем красиво. Такая вот победа, друзья, с големами. Так понравилось, что еще хочется. Наверное, еще какую-то карту с ними сыграем. Ну а на сегодня игра завершена победой. Статистика такова. Как у нас может быть больше золота? Они что?
Они вообще не добывали только из своего рудника. Они именно хотели там добывать, где Stormrider все поломал им. То есть видите, да, как скрипт легко ломается. Комп идет туда добывать золото, но если ты ему это прервал, все, он не понимает, что второй раз надо там базу строить. Ну или просто ему денег не хватило. Но часто в куфе скрипт ломается. Если какие-то цепочка каких-то действий компа нарушается нашим вмешательством, то он начинает тупить. Это, конечно, расстраивает, но тем не менее игра остается классной, и мы будем играть в нее дальше вместе. We'll be right back.